День независимости сегодня отмечают не только в США, но и в Екатеринбурге. Торжественный прием устроили для бизнесменов, политиков и школьников, изучающих культуру штатов. Сегодня вообще-то день рождения нашей страны, а мы любим отмечать дни рождения, поэтому для нас это очень важный день. И поэтому сегодня мы здесь проводим прием, а в Америке этот день отмечают, собравшись в семьях. Это день, когда мы чувствуем себя единой нацией. Для гостей выступил духовой квинтет командования вооруженных сил США и наш земляк, саксофонист Юрий Псянчин. Всех угощали праздничным тортом в форме американского флага. Разрезали десерт представители двух стран. Попробовали пришедшие и традиционную для Соединенных Штатов еду – гамбургеры и капкейки. Консульство США в Екатеринбурге существует 19 лет, и вечера в честь Дня независимости стали уже доброй традицией. США – основной торгово-экономический партнер нашей области. Хорошие отношения экономически развиваются последние 20 лет, особенно активно. Есть совместные предприятия и перспективы хорошие. Мы тем самым говорим, вот так отношения развивать мы считаем правильно. Это выгодно жителям Свердловской области, это выгодно американской стороне.